Знаете, после успешного выступления латышского дуэта на Евровидении у нас в Томске появились такие же креативные ребята. Привет, Латвия! Здравствуйте. Как вы понимаете, на их творчество оказало большое влияние такое прогрессивное течение, как «Гольфстрим». Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый вопрос. Скажите, как вы называетесь? Знаете, сначала мы хотели назваться «Два Билана». Но потом подумали, раз один Билан есть, зачем еще два? И назвались «Сладкие гитары». Влажные гитары. Сладкие гитары. Скажите, ребята, почему у вас так давно не было концертов? Знаете что? Это у Моцарта давно не было концертов. А у нас их вообще не было. Наша песня называется «Одинокая любовь». Обоюдная любовь. Одинокая любовь. Понимаешь, парень, так бывает. Да. Девчонки тебя бросают. Вот недавно меня бросила девчонка. Застукала с другой девчонкой в подъезде. Но я не переживаю, ведь я поеду на Евровидение, и у меня будет куча девчонок. А у тебя, девчонка, не будет ни одного парня. Вот такая она. Одинокая. Обоюдная. Одинокая. Любовь.